не за горами 1 сентября, а это значит, что городские и областные школы активно готовятся к новому учебному году, в том числе и к старту отопительного сезона. В Ишевском многопрофильном лицее все лето кипит работа. В то время как дети на каникулах, учителя прошли курсы повышения квалификации и занимались работой пришкольного лагеря. Руководство, в свою очередь, следит за текущим ремонтом в здании. На эти цели уже выделено более 1,5 миллиона рублей из муниципального бюджета. Деньги пойдут на обновление кровли и ремонт системы отопления. В рамках отопительного сезона заменены батареи, радиаторы отопления. И самое главное, удалось решить одну важную проблему для нас. Это наладить воздушно-тепловой режим в нашем втором корпусе. Ишевская квартальная котельная обеспечивает бесперебойную подачу тепла в лицей. В прошлом году здесь были установлены новые котлы, насосное оборудование и теплообменники. В прошедшем отопительном сезоне импортное оборудование показало свою надежность и энергоэффективность. Сегодня мы с вами находимся на территории Ульяновского района, в Ишевке. Здесь полностью все теплоснабжение, горячее водоснабжение осуществляется путем котельных, которые расположены на территории Ишевки. Вот, и мы строим еще новую котельную, которая будет отапливать новую школу. Деньги в районную инфраструктуру теплоснабжения вкладываются большие. Только на новую котельную вместе с сетями сумма затрат составила 15 миллионов рублей. Кроме этого, в текущем году в рабочем поселке проводятся работы по замене и ремонту старых тепловых сетей. Главное, по словам Сергея Носкова, чтобы население и социальная сфера не страдали из-за перебоев с теплоснабжением и горячим водоснабжением. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ.